Привет всем. Сегодня у меня очередная бюджетка. Galaxy Core 2. Кодовое название G355HN. Менять будем тач. Проклеенный тачскрин. Там уже налепили двусторонний скотч. Довольно простая замена в этой модели. Включаем телефон, заливаем стекло, сразу отключим дисплейный модуль. Он у нас еще и мокрый, оказывается. Видите, да, следы воды. Надеюсь, что мы там ничего не сорвали. Вообще в таких случаях, конечно, лучше закрывать телефон, вот, и сообщить клиенту, что у него телефон мокрый. И дальнейший ремонт будет проходить на его риск. Так вы оградите себя от лишних проблем. Чего я сейчас не делаю. Потому что с мокрым телефоном произойти может все что угодно. Достаточно вытащить батарею без отключения телефона, и телефон заглючит. Либо просто шевельнуть как-то не так системную плату, и появятся какие-нибудь косяки. Так, насколько мне память не изменяет, раскручивать здесь ничего не нужно. Пару раз менял данный дисплейный модуль, тачскрин, то ли экран, не помню уже. Аккуратно вытаскиваем дисплей. Так вот, с двух сторон. Там стоит не очень сильный двусторонний скотч. Вот так вот аккуратно, приподнимая, вытаскиваем дисплей. Стегиваем тач. Да, жесть. Здесь тоже все мокрое.
Мне просто сейчас повезет, если тачскрин будет работать. Вообще мокрый телефон, если он работает, лучше его, раз уж вы его открыли, да, лучше его не трогать, не протирать, не чистить, ничего, если он сильно мокрый. Здесь просто непосредственное соединение разъема тачскрина мокрое, поэтому вынужден его прочистить специальным раствором. Разъем. Видите, да, здесь тоже все в воде у нас. Здесь разъем, следы воды. Итак, давайте сделаем это. Рискнем, посмотрим, будет ли работать тач. Подключаем тачскрин. Дисплею, подключаем дисплей к системной плате, ставим батарею и проверяем. Все работает, то надо бы не забыть снять вот эту прокладку, переставить ее, прокладка передней камеры, переставить ее на новый тачскрин. Итак, загружается смартфон. Чудо, все заработало. Жизненно важные органы не задеты. Что касается тачскрина, смотрите, все работает абсолютно прекрасно. Аккуратно, аккуратно отстегиваем, снимаем пластик. Ставим прокладку и закрываем телефон. Можно сказать, что мне повезло. Двусторонний скотч. Быстренько очистим поверхность от старого двустороннего скотча. Очищаем специальным раствором, поверхность обезжириваем, удаляем пыль. Так, удаляем пластик,
Тач проклеенный. Еще раз давайте убедимся, что все работает. Будем считать, что хозяину повезло. Ну и нам тоже соответственно. Все работает. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Замена тачскрина Samsung Galaxy Core 2. Всем удачи в работе. До новых встреч.